Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео мы полистаем каталог Faberlic номер 18-2016. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Уже новогодняя такая обложка. Здесь изображена певица Глюкоза, Наташа вместе со своей семьей, две дочки, и там еще будет ее муж. Обложка такая золотистая и красивыми красными буквами здесь написано. Каталог будет действовать с 12 декабря по 1 января уже 2017 года. Он радует многими хорошими предложениями и новинками. Но новинок здесь не так много, больше, наверное, хороших предложений. Давайте начнем. Первое – это то, как предлагают нам здесь встречать Новый год. Страничка. Дальше идут новинки бижутерии в синем и золотом тонах. Серьги и колье. Цены средние здесь, ближе к высоким, но то, что это будут тренды 2017 года, именно эти цвета. Интересно. Будут очень хорошие скидки на некоторые парфюмы, например, на парфюм «Мама» 679 рублей. Бонусы за покупки помады за 155 рублей. Помада «Миллион переливов». У меня была эта помада, и, к сожалению, у меня она не подошла, потому что она у меня начала скатываться. Ну, не знаю, как поведут себя другие оттенки. У меня, по-моему, было 4, и все они у меня не подошли. Эти бонусы идут при покупке на сумму 299 рублей из всего каталога. Также бонус, который я хочу себе приобрести еще повторно. У меня была помада в оттенке «Радуга на Венере». Такой приглушенно-розовый цвет. И еще мне присылала Викуся оттеночек розовое солнце. Вот этот. Помада, я очень довольна. Она такая довольно-таки жирненькая, мягкая, хорошо ложится на губы и не скатывается. Также будет стоить 155 рублей. Я здесь себе планирую брать один или два оттенка. Еще. Такой бонус за покупки. Это тушь для ресниц. Мгновенный объем. 149 рублей она будет стоить. У меня была тушь наподобие, к сожалению, она мне не подошла, поэтому эту я брать тоже не буду рисковать. Тени будут стоить довольно-таки недорого, 199 рублей суперцена на двойные тени, то есть это два оттенка. У меня есть одна двушка, это вот изумрудное ожерелье, но не скажу, что довольно на 100%, скорее качество на 4. Потом брать не буду. А лаки очень хорошие оттенки. Умный цвет будет стоить 125 рублей дешево по акции. CC лаки. Но, к сожалению, они у меня недолго держатся, поэтому я себе здесь больше не буду брать. То есть, наверное, один день и все. Вот. Но здесь заявлено, что это лак с 9 преимуществами. Очень интересная новинка, которую я еще хотела брать тогда, когда она только появилась в 17-м каталоге, на 18-м. Это... будет уже без специального предложения. Я здесь возьму спрей блеск для волос. 169 рублей. И вообще здесь неплохие цены. Детская серия спрей для волос будет дешевле всего. Стоит 99 рублей. И тот, и другой. Если девочка, то можно присмотреться. Серия «Астронавтик», две пасты за 55 рублей. Пока мы их не тратим, сейчас что-то пока отошли. Вот поэтому я пока не буду ничего брать. И наборчик идет недорого. Крем, защитный крем, который у нас был в том году, он неплохой. И бальзам для губ, 139 рублей. Выгоднее брать, конечно, набором. В детской серии «Наборчик» появляется новый набор «Сладкая девочка». То есть здесь в наборе входит что-то для девочек, заколки и блеск для губ. Остальное все по обычным ценам. Хорошее предложение можно будет взять из серии «Ланселот 2» любых продуктов по специальным желтым ценникам. Что, конечно же, выгоднее и лучше брать две штуки. Здесь написано «Гороскоп на 2017 год» по знакам зодиака. Про купон написано, который у меня один, по-моему, я его не показывала.
Ну, один-то у меня точно есть по минус 50%. Это, как я понимаю, в первом каталоге 2017 года. В нем будет у меня один купончик пока что. Можно будет 50% со скидкой что-то взять. Здесь идут пакетики, вот эти сувениры петушков, петушки и календари. Нужные, в общем, вещи. Эти странички. Здесь все обычная цена. Долго останавливаться я не буду. На аромату Феерикс Сенсуэль 569 рублей цена. И набор 189 рублей. К сожалению, не мой аромат. Мне не подходит, поэтому я себе брать не буду. Если вам нравится, то берите, очень выгодное предложение. Также Шармант 299 рублей, дезодорант и аромат 15 мл выгодно выходит. Наборчик. Тоже не мой запах. Променад, такой же набор, аромат и гель для душа, только уже там был, по-моему, да, здесь спрей был. И со спреем еще Интемпорель 299 рублей аромат. Что-то мне очень понравилось. Феста Дивита. А можно взять в подарок при покупке маленькую водичку, при покупке большой. У меня была маленькая, я подарила ее сестре, потому что не совсем мой аромат. А вот Beauty Cafe я люблю. Я истратила полностью миниатюрку. И здесь можно взять как бонус за покупки 149 рублей, если вы берете на 300 рублей всего каталога. Очень хорошее предложение. Аромат этот Beauty Cafe я люблю. Новинка по обычной цене. Фортуната за полцены идет 700 рублей. Каури 629 рублей. Водички Алатау и Аора по довольно-таки обычным ценам. Тоже цены тут обычные, но минус 45% скидка на ароматы туалетной воды Нейроли и Оранжери. Ой, извините, Орхидеи. Эти ароматы не мои, поэтому я их брать не буду. Инкогнито Шершеля Фам, также наборчики, маленькая водичка 15 мл, что удобно брать с собой, и спрей для тела. Дона Феличи, набор водичка и гель для душа. В наборе выгодно брать два аромата, женский и мужской, например, если на подарок кому-то. За 1299 рублей получается два запаха полноразмерных. Астерион набор, скидка 189 рублей. И на водичку скидка 45%. Она будет стоить 749 рублей, что очень выгодно, если нравится. Наборы геля душа и дезодорант спрей 189 рублей. Водички 439 рублей. Грувизер. Это на подарки уже мужчинам идут. На элемент 8 скидка 45%. Галстуки появляются мужские 599 рублей и Intense. Дезодорант спрей дешево стоит 99 рублей. Мужские по обычным ценам ароматы. Серия Celsius. Платинум новинка, но также по цене 999 рублей идет. Платинум серия для лица, косметичка платинум. Набором очень выгодно брать. Дневной ночной крем за 1300 рублей. Хотя цена одного, если полностью, да, без скидки, 1200. Выгодно брать набор. Аромат от Алены Ахмадулиной, который пока так и не попробовала в пробнике, но мнения о нем абсолютно разные. У меня достаточно много парфюмов, поэтому я пока не беру. 2000 он стоит. Пондор. Шато де ля Луар. За 800 рублей большая скидка, на минус 45%. Декоративная косметика пошла. Обычные цены здесь пока что. Здесь, по-моему, я ничего не пробовала и пока не беру себе. Ну, посмотрим. Я хочу взять, покажу, что вот эту помаду. Мне она понравилась. 259 рублей. Секрет в золоте. У меня сейчас один оттенок. Не помню, какой точно. Какой-то розовый. Мне нравится. Я еще один возьму себе. Потому что цена праздничная, очень хорошая. Советую присмотреться к данному предложению. Выгодно брать по акции два средства тональных или пудры, румяна, если вам нужно. Желтые ценники, если вы берете два. Именно с этого разворота. Здесь я себе ничего не беру.
обычные цены на лаки для ногтей, на косметички, новинка косметички золотого цвета, но мне кажется, они дороговато даже стоят. Наборчик брать выгодно. Это тушь и увлажняющая помада. Увлажнение, у меня, по-моему, есть одна помада, мне она нравится. Но тушь эту я именно не люблю. Здесь предложение по помадам, карандашам и по блескам лучше. Выгоднее, да, две штуки брать за 99 рублей каждый. Получается. Скидка на любую тушь здесь 229-229 рублей. Но они, по-моему, дешевле бывали. Туши меня особенно никакие из Фаберлик не радуют, потому что они очень быстро засыхают, сами туши. Поэтому я ими... вот эта тушь у меня была, и вот эта у меня была, по-моему, ну, в общем, некоторые были из них. Но как-то я не вдохновилась им, их качеством, поэтому я себе больше не беру. Каял для глаз 169 рублей. Средство для снятия макияжа с глаз и тени трехцветные за 300 рублей. По обычным ценам идет вот палетка, только для бровей дешевле 299 рублей. Я еще ее брала за 399, то есть на 100 рублей дороже. Но я не часто ей пользуюсь, чаще карандашом все-таки быстрее. Палетка новая теней также по той же цене. Карандаш тени для век обычная цена и подводка тоже обычная цена. Подводка мне очень нравится и даже за 229, если у меня не будет другой подводки, я ее куплю скорее всего. Вот что я собираюсь покупать. Ну, тут обычная цена получается, но мне нужно тональное средство. Я хочу вот попробовать этот тональный диди-крем защиты и цвет. Маленького объема, 25 мл, с SPF 30. Вроде я планирую брать себе вот в светлом оттенке вот этот крем. Цена обычная. Тоже здесь пудра получается увлажняющая дешевле. Триумф 349 рублей. Обратите внимание, остальное по обычным ценам. Лаки для ногтей также по обычным ценам. Без особых скидок больших. Различные тут аксессуары, расчески и так далее. Выгодно брать средства для снятия макияжа с лица. Я себе брать не буду, но в общем стоит оно будет Aerostream серия 129 рублей. Серия Aerostream дешевле брать в наборах. Здесь можно выбрать наборы. Кислородное сияние серия. Идет пока. Так. И у меня вот эта вот серия, наверное, я ее сейчас пробую. Мне она нравится. Кислородное питание. Тоже наборами брать выгоднее. Также наборчик в серии кислородный баланс. Решейпинг серии мне не понравилось. Аква Смарт серия также набор 20+. Ролик Сир 30+, тоже наборы выгоднее брать. В отличие от полноразмерных. Серию Гардерика я не беру, тут также выгоднее брать наборы. Я ее перелистываю довольно-таки быстро. Реноваж тоже серию я не беру, ничего не могу сказать, но тоже выгоднее ее брать, если вы любите наборами. Эту серию также я не беру. Здесь два продукта выгоднее и дешевле брать по желтым ценникам. Серию Эксперт тоже беру не часто. Получается три продукта со скидкой 50% самое выгодное. Два продукта со скидкой 40%. Серия Эксперт. Не беру брать пока тоже ничего отсюда, не планирую. Эксельсиор тоже не брала ничего. Это я тоже не брала. Серия Эксперт Фарма. Выгодно брать пасту. Вот что хочу обратить внимание. На 139 странице средство для ежедневной интимной гигиены. Оно у меня было очень хорошее. 199 рублей. Для него это, наверное, лучшая цена. Потому что оно стоит обычно дороже. Хорошее средство. У меня пока есть, поэтому я не беру. Крем-компресс здесь дешевле, 99 рублей идет цена.
выгодно брать любые два аромабальзама, они будут всего лишь по 99 рублей. И серия Ultra Clean Green, наборчик дешевле, крем, актив и гель, скраб, маска. Это три в одном, 249 рублей. Я пока тоже ничего не брала, что я не жирная, не проблемная кожа, поэтому я себе не беру ничего. Наборчик серии Этноботаника 40 плюс 229 рублей, выгоднее брать набор. Набор 50 плюс, а 20 и 30 по обычным ценам идет. Серия вербена, которую я не люблю по запаху, потому что не подходит. Набор дневной крем ночной и крем для век выгодно брать. Прям в наборе все вместе. Серия зима уже идет давно по обычным ценам, потому что сейчас зима, сезон. Только на ультрапитательный крем скидка получается большая, 119 рублей. Будет стоить больше, чем в два раза дешевле. У меня его, по-моему, как раз берут. Да, мне его берет Мариночка. Привет тебе, если смотришь меня. Наборчиком выгоднее брать жидкое мыло и крем для рук. 149 рублей. Еще очень хорошая цена на перчатки для экспресс-маникюра. Всего лишь 99 рублей. Про руки серия. Обычные цены. Про ноги. Продукция страница 69 рублей. Очень выгодно, знаю, что многие хвалят. Я не беру себе. The Line серия мне нравится, но у меня пока сейчас нет необходимости в таких средствах. Это серия для депиляции, для бритья. На два выгоднее брать по желтым ценникам продукта. Серия My Honey. Выгоднее брать набор скраб и кондиционер для тела. У меня когда-то давно был скраб, он очень маленький. Хоть он 150 мл, но мне его хватило, наверное, буквально раз на 5. Хотя аромат настоящего меда очень приятный. Хорошая цена на зубную пасту, но бывала и меньше гелевая, и которая медовая, и которая сели в серии Бриз д'Амор. Очень хорошее выгодное предложение на краску. Краса, так как нет стойка, я буду брать себе вот эту краску. Краса в этот раз. У меня еще ампула как раз одна есть. Не знаю, либо я поеду к сестре, либо я сама покрашусь. Я там посмотрю. Вот эта красочка краса Сиси. Она, конечно, держится. Ну, вот как раз, наверное, как тут написано, ламинирование до 5 недель. Она у меня, наверное, держится вся полностью 5 недель. Потом начинается стираться. Ну, я вот хочу себе взять. Тут вот много оттеночков, большая палитра. На любой вкус. Я себе вроде бы присмотрела вот этот оттенок. Темный каштан шоколадный. Вот этот вот 305, который горький шоколад называется. Артикул 8912. Вот я его себе хочу брать. Такой натуральный коричневый. Естественно, немножко уже с рыжим потоном. Потому что мне сейчас пепельный брать бесполезно. Потому что у меня был мокко. Все-таки был рыжеватый. Поэтому будет просто фиолетовый цвет волос. Я хочу уж ближе тогда к каштановому себе все-таки, потому что у меня все равно весь пепел очень быстро с волос стирается. Так, по обычным ценам идет оттеночный шампунь-кондиционер. Из серии Краса. Серия Эксперт, вот этого для волос я вообще пропускаю, я ее никогда не беру, 129 рублей. У меня был пробник, по-моему, как раз вот этого голубого, мне он не подошел. Я ничего тут не беру, хотя девочки хвалят, но я не рискую. У меня был, вот, по-моему, только вот такой экспресс-кондиционер один. Цены тут хорошие. Но бывали они по 119, но сейчас по 129 тут идут эти шампуни, бальзамы. Хорошая цена на BioArctic. Также я не беру эту серию для волос. 69 рублей. Дальше пошла Сингара. Тоже не беру ее, пропускаю. Продуктики также удобно брать вот такие вот, которые по питанию. Дополнение, да, скажем так, питанию. Кофе я пробовала, мне понравился. Коктейли, каши, супы. Но здесь супы, конечно, невыгодно. А вот коктейли, каши, все это можно взять по цене. Два продукта по специальной цене. Чайки, чай многие берут. Коктейли, две штуки также выгоднее брать. Эти вещи вообще не знаю, что это такое, но в общем не пользуюсь ими. Вот
серия снегири по обычным ценам идет, потому что сезон как раз этой серии, красивая серия. Серия Дом Фаберлик пошла. Здесь мыло для кухни, устраняющий запахи, мне очень нравится. Идет по цене 79 рублей. Мне как раз сейчас яблочко. Хорошая цена для средств, на средства для, для чистки духовок и плит. Для мытья посуды по обычным ценам. Хотя я люблю, у меня сейчас малинка уже пошла. Началась, яблочко я закончила, в пустых баночках не показывала, но средство мне понравилось. Яблоко я, да и вообще все эти четыре буду, наверное, как раз повторять и менять ароматы разные брать. Мне не очень нравятся. Салфетки по обычным идут ценам. Средства для очищающего для ванны и для туалета выгодно будет стоить 139 рублей. И также антибактериальное универсальное средство за 99 рублей. Порошок также не брала, я не могу ничего сказать. Концентрированный 329 рублей, на него хорошая цена. На кондиционеры хорошая цена. 149 рублей. На жидкий пятновыводитель, на салфеточки хорошие цены. На обычный пятновыводитель. На спрей хорошая цена. У меня был последний в пустых баночках цитрусовый, который мне не понравился, к сожалению, аромат. До этого у меня был яблоко, понравился. В этот раз хоть стоит 119, брать не буду. Потому что есть сейчас такие старые духи, которыми я не пользуюсь. Использую именно в этих же целях, они намного дольше держат аромат свой. Вот, у меня сейчас именно так пока. Обычные цены. Нижнее белье тоже обычные цены. Комплекты, бюстгальтеры и трусики. Вот, думала брать, не брать, хочу вот цветные колготочки, но все-таки на них сейчас скидки нет, поэтому брать, скорее всего, я не буду. Хороший 60D, у меня есть одни в голубом цвете, они у меня были конкретно под платье, но, конечно, сейчас уже 60D маловато. На зиму также здесь водолазки по 999 рублей, обычная цена. Я хочу себе вот такие вот колготочки, хоть они подороже уже идут, это... 499 рублей вот эти вот колготки, 120 дэн. Вот я себе хочу коричневые здесь. Возьму, скорее всего. Новинка, тапочки появляются женские. Уже их видела у кого-то. Так, ну здесь все как и было, 349 рублей перчатки и шарф. Детская серия. Также одежда, на которой я тоже не буду долго останавливаться, потому что я ничего себе здесь не беру. Просто пролистаю, не знаю, что здесь сказать. В общем, нечего. Одежду я пока брать не буду, потому что точно не знаю свой размер. Так, бижутерия красивая, мне понравилась. Цены средние. Это старая еще коллекция, которая раньше была. Бижутерии здесь распродажа. Тоже страничка такая, которая уже была раньше. То, что уже было. Идет штрудель и мороженое. Два по цене специально идет. Но я не буду ничего себе здесь брать, потому что я ограничусь одним гелем все-таки. Про крем-мыло я слышала, отзывы не очень хорошие. Я его хотела брать, не буду. У меня сейчас есть ванилька, мне ее хватит. А бальзам тоже у меня есть с ванилью. Мне нравится. Пока ничего не буду брать, но если вы хотите попробовать, то берите здесь по этой акции, потому что дешевле. Также по этой же акции идет ванильное лакомство. У меня ванилька есть сейчас, мыло и бальзамчик. Все нравится, устраивает. Также по этой акции два выгоднее брать. Ароматная земляника. Наборчиками можно взять земляника, ирис и папоротник, облепиха. Серии выгоднее брать наборами. Малина. Лимончик, лимонная мандация и малина. Три кусочка мыла также выгоднее брать за 35 рублей. У меня сейчас одно мятный шоколад. Почему-то оно быстро стало уже не зеленым. Но, в общем, не знаю. Посмотрю, я вам расскажу потом, может быть, о нем отзыв. Так он обычное среднее мыло. Такие вот гели с ароматами экзотическими 115 рублей вместе с мылом выгодно брать. Роза, скидка 50%, серия роза, османтус и гиацинт, это серия оранжери. Хорошая цена. И вот на эти крем-гели
хорошие цены. Новинка, которая... Новинка, здесь появляется пена. Здесь именно появляется увлажняющий. Увлажняющий гель, потому что уже был. Вот 85 рублей, если брать два продукта с этой странички. Также мочалка тут есть, 129 рублей. Ну, крем-суфле и крем для рук, обычные цены, и мыло тоже. Вот и все. Это был весь каталог. Надеюсь, вам этот обзор был чем-то интересен, полезен. Я пока еще думаю, что по нему делать. Но буду делать я вот в начале 12-13 числа. И потом, конечно же, вам все покажу. Всем желаю хорошего настроения, радости, удачи. Чтобы у вас все получалось. И до новых встреч.